Так, друзья, всем привет. Короче, все-таки решил я маленечко дать джазу своей хондочке. Все-таки она под это спроектирована и как бы под это заточена. Но все равно, ребят, я так практически не ездил. Я ездил, 270, вот так вот, 300 стараюсь не ездить. Вот, пацаны подлетели сейчас, контент. Сейчас подождем, что там они, мотоцикл сейчас посмотрят. Как всегда, ребятишки, что-то меня вот дети любят, да? Как-то вот так вот, сейчас узнаем мнение местных пацанов. Я вот остановился здесь вот, где мостик. Надо визор, короче, будет помыть. Вот. О, ничего себе аппарат. Прикольный. Крутые колеса. Крутые колеса, говорю. Что? Колеса, говорю, у тебя вообще огонь. Ага. И что, нормально, мягко едет? Массаж. А? Да, массаж? Да. Вообще ты четкий пацан. Прикольно. А у тебя друг на нормальных колесах? Рыба-то есть в этой речке у вас? Есть. Есть, да, рыба? Прикольно. Много, да, рыба? Красивый. А, хорошо. Понятно, понятно. Давайте, удачи вам, пацаны. Веселые ребята. Веселые ребята, да? Ребят. Так, у меня, короче, весь визор закидало. Только стоило дать 300, и как визор закидывает, вообще прям моментально. Надо с собой что-то брать, чтобы визор оттирать. Влажные салфетки, ребята, они не годятся. После них остается такой прям налет беленький, конкретный. Так, еще вопрос, как сюда спуститься? Не, сюда спуститься вообще не варик. Только пешочком. Угу, да, блин. Да, ребят, надо мотик поставить где-нибудь. Сейчас спущусь. Тут еще поворот такой, тут ездят такие, блин. Оголделые, ребята. Вот такой вот, ребята, у меня мотобложек. Не только по катушке. Так, ну что здесь, нифига себе здесь. Бетонная. Железобетонная. Я уже второй раз, блин, визор мою в речке. Точнее, речной водой. Первый раз в озере. Второй раз в речке. Под мостом. Нифига себе здесь. Какой пейзаж. Здесь знак. Кстати, ничего здесь так, пацаны. Нормальненько.
Все, пацаны, теперь нормалек. У меня визор чистый. А что здесь все-таки написано, мне интересно. Фига себе, да. Все серьезно. Там оказалось все серьезно, чем я думал, пацаны. Рыба, говорит, есть. Караси, говорит, большие. Это ништяк. Ну вот там. Да, надо что-то придумать, что с собой брать. Вода даже 0,5, бутылочка у меня не умещается. Если только рюкзак с собой брать. Ну, в рюкзаке ездить постоянно с рюкзаком, как бы что-то непривычно мне, ребят. Постоянно с рюкзаком ездить. Я что-то не привык, пацаны. Я привык так вот, налегке. Знаете, да, вот сел, поехал, вот. А так, чтобы рюкзак, там, дым-сюдым, пирожки там, это тоже, конечно, тема, да? Рюкзачок, пирожки, хачапурики, это тема, да. Вот скоро мне приготовит одна девочка вкусные пирожки, я их с удовольствием поем. Вообще, прям, вот это будет тема. А, да, это будет тема, ребята.